Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Тмутрозе. Сегодня мы будем продолжать играть в игру под названием Dark Riddle. Мы сегодня будем продолжать разгадывать тайну этого соседушки. И, в принципе, все. Мы сегодня купим новый пак, который называется «Зима уже близко». Если честно, зима уже очень близко осталось. Там совсем чуть-чуть, всего лишь-то там 3 месяца подождать. Ну чё, поехали играть давайте. Купим сейчас мы вот этот вот пак. Зима близко. А мы покупали пак «Ловушка-подружка». Сегодня вот мы покупаем новый пак. Мы купили, у меня 25 яблочек осталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну и все, в принципе, давайте еще что купим. Больше, думаю, ничего мы покупать в игре не будем. Я, по-моему, все паки купил. А, я еще авоську не купил. Авоська — это что такое? Авоська — это щипцы, 10 батареек и 5 вот этих вот шняг. Давайте посчитаем. Щипцы 450, 10 батареек. Ну, выгодно, выгодно, слушайте. Давайте уже будем играть. Продолжать в подвальчике выживать. Я надеюсь, у меня там все сохранится. Там. Не понял. Что за рекламы? Что за рекламы? Закрывай. Ух ты. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот у меня есть эти самые. Так, сейчас пересуну запись. Я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. У меня вот сенсор в этой игре почему-то багованный. Я не знаю почему. А где мое все? Что-то я не понял прикола. Я хоть где-то проникнуть-то могу. Чего? Надо опять туда возвращаться. Что-то я не понял. Нам нужно все, что нам... Это для этого самого. Для подвала нужно взять. У меня отобрали мое все. Мы сейчас должны уходить обратно. Давай. Возвращай меня. Чтоб я был уже дома. Давай, сундук. О! Вот это я люблю. Вот это мое. Вот это мое. Так, что нам нужно? У меня этих ловушек полным-полно. Целая гора, целая гора. Я не знаю, куда мне их девать. Но первым делом нам нужно взять вот эти вот. Так, куда инвентарь заполнен? Куда бы нам эти все ловушки-то убрать? Ёкало мне. Что ж это такое? У меня все заполнено. Почему? Все заполнено, инвентарь. Почему эти ловушки нельзя складывать в один слот? Я без понятия. Ну, ловушки — это ладно, но... Ух ты, ё-моё. Ну окей, давайте выкинем эти ловушки. Сейчас, я не знаю, соседу туда или куда. Ну давайте на вход ему туда. Опа, на крышу. Хорошо, пусть там и будут ему. Я ему дарю эти ловушки. Забирай их. Дарю. На. Вот так вот. Все. Все остальное нам сейчас нужно взять. Так, пропуск. Еще один пропуск. Еще один пропуск. И еще одну надо ловушечку, я думаю, выбросить. Да что ж такое, я не могу понять. Так, полежи пока что здесь. Тебя выкинем. И последнюю ловушечку я подарю тоже нашему. А ну, докину я туда. Бац. О, аж на крышу. Вообще шикардос. Куда? Соседа! Соседа заморозили! Ничего себе! Ну и сиди там теперь такой. Все, мы его заморозили. Так, что еще? Что еще? Нам еще надо вот это вот шняга. У меня куча этих ловушек. Вообще жесть. Вообще жестечок. О, зато у меня в руках тот самый. Так. Нам бы чем-то окно-то разбить. Там хоть это работает. Или не работает, я так и не понял. Ой-ой-ой-ой-ой. Чё мне делать? Чё мне делать с этими инвентарями новыми? Понаводили.
Там, походу, уже я открыл подвал, да? Давай, сосед, иди там замораживайся себе по чуть-чуть. Ты смотри, не морозится. Сейчас мы его заморозим, если что. Сейчас мы его... Сюрпризик, бац! Так, погнали открывать подвал. Закрыто, да вы что, гоните? Гонят они просто. Мне еще нужно надыбать это все. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, сегодня серия будет очень-очень скучная. Почему я ничего не надыбал хорошенького такого? Неужели я все выкинул? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, придется идти. Придется сейчас разбираться там. О, сосед. Ты лучше меня не пали. Я сам кого захочу могу спалить. Ты смотри, как подпрыгнул. Тихо. Мы не должны съезжать. Есть. Твою ж налево спрыгнул я знатно. Сейчас прибежит этот коротыш. Курдуплик. Ё-моё, ну сегодня работеньки вообще. Ё-моё, ё-моё, я не могу так. На балкон что ли вылез? Да ты чё? Как инвентарь заполнен? Ты смотри, у меня эти размножаются штуки. Надеть. Ух ты! Давай подпрыгивай, гад! Как заполнен? Чё заполнено все? Блин, ну я не хочу. Это я выкину. Ой-ой-ой. Не сюда уж точно. Пошло отсюда ловушка. Блин, ну вообще. 7 минут играю, а мы еще даже в подвал не ногой. Это как-то несправедливо. О, привет. Соседушка, соседушка, привет. Угомонись. Угомонись. Надо бы как-то его... по-другому... А, все, он уже разбагался. Точнее, разагрился. О, так вот. Правильней. Так. Ой, столько мороки, ё-моё. Давайте я лучше нажму на паузу, и мы тогда уже и продолжим, когда я этот сраный бластерный. Угомонись! Опа! Из него карточка выпадает, ничего себе! Вот это да, вот это так крутяк. Ё-моё, ну нам бы... 0433. Аюш, налево сейчас сюда как привалит. Так. Все, давайте. 0433. Открывайся. О! Вы видали, куда мы зашли? Нету тут никакого подвала. Ой, все, ну наконец-то мы уже здесь. Я надеюсь, у меня... Да вы что, гоните, что ли? Не, я так не играю, слушайте. Или вы мне даете нормальный сундук? Или я сейчас увольняюсь, ей-богу. Я так не играю, ребят. Это невозможно пройти с этими новыми тупыми правилами. Давайте сейчас тут обойдемте. Тут я обходил в прошлый раз. Вы наверняка не видели. Ага. Еще лучше.
Давайте что-то поменьше возьмем. Ну, это вообще жесть. Ну, вы смотрите, что это они намутили, эти разработчики. Что это за какашка такая? Привет! Разработчики вообще с этими инвентарями все напутали. Кто-то вошел в подвал. Ну, я рад. Я очень даже рад. Я безумно рад. Ух ты, ёшкин-матрёшкин. Не, ну реально, это что-то не то. Это что-то явно не то. О, все, мы открыли. Эту комнату, в которой... Вот это вот. А что, если я в воду попаду? А я не провалюсь туда, нет. Ну, это, ребят, какой-то кошмар. Это кошмар и все. Я так не играю. Я, значит, набрал полный инвентарь тех вещей, которые мне нужны. А он, гад, у меня их просто украл. Как мне тут можно как-то... Ой, ребят, это просто жесть. На этом мы, пожалуй, заканчиваем. Хотя еще нет. Может, еще что-то намутим, накрутим, я не знаю. Вот там у меня есть вентиль. Ну, вот как мне взять? Надо тогда все за донат делать, я не знаю. Не, я так не играю, я так не играю. Дорогие разработчики, если вы сейчас смотрите мой ролик, пожалуйста, исправьте баг. Потому что я только что... О, привет. Только что вот зашел в меню. Только что зашел в меню. Взял все, что мне надобно. И вот видите, какой баг. Просто я сейчас могу выйти наружу. Тут нету даже сундука. Если бы здесь был сундук, это было бы вообще шикардос. А так-то эта глава пока что у меня не проходится. На этом все. Мы заканчиваем роличек. С вами был я, ваш любимый Гидмут Розы. Всем удачи, всем пока.